детской школе искусств поселка Развилка всегда многолюдно, но сегодня особенно. У ребят, которые в нынешнем году поступили сюда учиться, посвящение в первоклассники. Сегодня у нас очень торжественный день. Сегодня у нас праздник первоклассников. Этот праздник мы отмечаем ежегодно. И принимают в нем участие все дети, которые пришли в школу в первый класс. Сегодня этот концерт будет знаменателен тем, что дети впервые выступят на большой сцене. Впервые на сцене выступит и Георгий Дегтярев. В этом году сбылась его мечта начать учиться играть на кларнете. Я хожу на два музыкальных инструмента, на аккордеон и кларнет. Они очень интересные. Один духовой, другой похож на фортепиано. Кларнет очень интересный инструмент. На кларнете можно научиться сразу трем инструментам – кларнету, саксофону и флейте. Атмосфера Развилковской школы искусств располагает к комфортному, а главное – интересному обучению. Именно поэтому родители приводят сюда своих детей. Здесь очень хорошие классы художественные, преподаватели наслышаны тоже очень хорошие. Другого как бы выбора пока не стояло. Многим первоклассникам уже есть чем гордиться. За первые 3 месяца учебы каждый достиг определенных успехов. Фортепиано играю, садик, минуэт и этюд. Сегодня каждый показал, чему научился. И благодарней публике найти было сложно. Арина Пильц, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ.